Холодно, очень холодно должно быть в голове. Хотя кого я обманываю, сейчас очень жарко во всем мире, и храни всех тех, кто борется со всемирной проблемой из Китая. А этот смартфон – гордость Китая. После того, как спал эффект вау, пришло здравое осмысление происходящего и какой у меня смартфон на руках. Ну погнали петь оды хвальбы, хотя и это не обзор, и я это подчеркиваю. Начну с того, что эта машина создана для потребления и создания контента. Прям комбайн игр-фотовозможностей. Все начиная от безупречного экрана до очень мощного процессора вкупе с грядкой одних из самых лучших камер в мире. Фига себе загнул. Ну давайте по порядку. И первое, что хотелось бы отметить, смартфон мне надо вернуть, и компания Vivo, к сожалению, не платит за это видео. Пока что не платит. Двигаемся дальше, и, конечно же, первое, о чем хотелось бы высказать свои впечатления, а это именно они, а не а-ля профессиональный обзор, это экран. Он, во-первых, очень большой, если не сказать гигантский, и, конечно же, бесконечный водопад. Ой, не надо такое говорить, короче, супер насыщенный экран с закругленными гранями, причем не просто 2,5D закругления, а именно прям завернуто. Он сочный, контрастный, большой и неудобный. Вот неудобно мне, хоть ты тресни. Смотреть с него видео, например, с YouTube или кино в хорошем качестве – одно удовольствие. А вот каждодневное использование мне что-то не зашло и неудобно, повторюсь, еще и еще раз. Все параметры от разрешения до углов обзора в отличных визуальных границах. Какая там точка белого и если шим, то это к профильным каналам. Я про true использование, а не вот это вот все. Как мини-вывод про экран, он крутой, но не всем подойдет его размер и водопад. Быстродействие. Это пушка в мире смартфонов. Он очень быстрый, плавный, отзывчивый, быстрее, чем вы этого хотите. Даже иногда чересчур. Все работает, так сказать, на максималках, но об этом чуть позже. Камеры. Их много, и они фоткают. Фоткают в разных режимах. Есть ночной, есть фирменные плюшки от Vivo. И вот результаты. Мне плевать на самом деле, сколько где мегапикселей. Мне важен результат. Я еще никогда не рассматривал фотки ни на чем, кроме телефонов. Пару раз за 10 лет на ТВ, чтобы показать гостям свой отдых. И все они, я имею в виду камеры, плюс-минус один, фоткают одинаково в 2020 году. Картинка, которую я вижу, как результат, меня уже давно устраивает. И, естественно, претензий быть не может и сейчас. Движ про динамический диапазон, шумы и мыло по краям кадра, и вот это вот все, это не ко мне. Мне фотоаппарат понравился, хоть и не без огрехов. Есть честная 64-мегапиксельная камера, как отдельный режим. Если говорить о АКБ и о том, какое время работы он дает на том или на другом смартфоне, то честно, я не могу сказать точных цифр. Мне хватает на день точно, вечером на зарядку. Это примерно от 5 часов экрана на том и на другом смартфоне. Очень бы хотелось оценить, как просили дроп-тест и тест погружения в воду, но боюсь, представительство Vivo Russia будет против. Посему переходим в режим hands-on и посмотрим на обещанное сравнение с iPhone 11, которым я пользуюсь уже пару месяцев и собираюсь продать, чтобы двигаться дальше. Ну а пока ставим лайки и, кстати, прямо сейчас, если не сложно, нажмите колокольчик и на все уведомления. Это очень важно. Так, друзья, прям вот посреди начитанного текста лайфстайл режим. Может быть, так буду снимать большое количество роликов, может быть, нет, как получится. Итак, перед нами слева iPhone 11, справа Nex 3, и мой опыт эксплуатации именно в плане сравнения. Я в каждый день пользуюсь на постоянной основе iPhone 11, Nex 3 пользуюсь почти 3 недели, очень часто беру его в руки и сравню его по двум, можно сказать так, параметрам. Первое – это быстродействие в приложениях, которые я использую в каждый день, и второе – это по, в общем-то, по удобству использования именно самого аппарата как аппарата, то есть по физическим свойствам, что удобнее держать в руке, чем удобнее пользоваться, что удобнее перехватывать. И, в принципе, давайте начнем как раз-таки со второго, потому что я честно скажу, я так и не смог привыкнуть пользоваться данным телефоном в полноценную, потому что, точнее, я почти смог привыкнуть, у меня даже появились какие-то вот такие вот моменты, когда я вот так вот быстро перехватываю его в руке, в одной руке, но я честно скажу, что, конечно же, они яйца очень красивые показали в плане экран-водопад, все дела очень хорошо, но вот прям каждый день, чтобы он работала именно вот эта связка как эффективного такого эффективной разработки, которым действительно будет удобно пользоваться. Хотя вот, знаете, есть такие реклама такая, когда нажимаешь на кнопку, здесь такой типа экран как бы выходит. Мы, наверное, скоро придем к этому, к голограмме, и по голограмме будем прям так делать, и все будет работать. Так вот, дисплей водопад, он хорош во всем. Давайте поговорим о нем. Во-первых, это PioLED экран. Пипец, какое большое разрешение. И
все в нем хорошо. Контрастность, я думаю, что он хорош в плане других цифр. Посмотрите на профильных каналах, где вы можете понять, какой у него шим, какая точка белого и так далее, и так далее. Здесь даже не Full HD, я имею в виду iPhone 11. Обычная IPS-матрица, которая хорошо откалибрована. И, ребят, вот этим телефоном в плане экрана мне удобнее пользоваться. Я не знаю почему. Ну, не потому что, как бы, этот экран плох, а он очень крут, но вот этим экраном мне удобнее пользоваться. Как так получается? Не понимаю. А вот получается из-за того, что, во-первых, этот смартфон очень громоздкий, это почти 7 дюймов, здесь 6,1, и, друзья, может быть, у вас получится пользоваться телефоном прямо, чтобы там хорошо. По физическим свойствам вы видите, что он почти на 1.5 сантиметра в чехле, а использовать надо именно в чехле, потому что оба этих телефона, они стеклянные. Если будете использовать без чехла, есть велик шанс, что вы, ну, просто его разобьете, нечаянно положите, они куда-нибудь скатятся. Так вот, они куда-нибудь скатятся и попросту разобьются. Использовать надо в чехлах, и вот именно по физическим параметрам мы будем сравнивать именно в чехлах. Почти, ну, сантиметр точно, полтора, я думаю, просто этот смартфон выше, он тяжелее, здесь больше экран абсолютно по другой технологии, чем этот, но вот этим телефоном использовать его в каждый день удобнее. Хотя вот этот телефон более, как правильно сказать-то, более что ли нафаршированней. Я до сих пор не могу привыкнуть вот к этому. Покатые края, бог с ним, но кнопочку я почти стал, нащупывать, но не всегда четко я в нее попадаю, потому что, видите, я перехватываю постоянно рукой, я перехватываю именно для того, чтобы даже просто заблокировать. Здесь же, если я вот, ну, я держу, открыл, ну, здесь тоже немножко, да, хват руки меняется. Ну, фиг его знает. В общем и целом, по удобству использования, по всем эргономическим свойствам, я отдаю предпочтение, естественно, iPhone, потому что он меньше, он комфортнее, им удобно пользоваться, у него Face ID стал лучше, чем в iPhone 10 серии, в iPhone 10 серии он стал чуть-чуть быстрее, мне не надо ничего придумывать, вводить никакие пароли, просто посмотрел, он разблокировался и все. Здесь можно разблокировку настроить и по сканеру отпечатка пальцев, который встроен в дисплей, и по, собственно, фронтальной камере, которая она выезжает, все равно занимает какое-то количество времени. Опять же, ну, работает быстро, да. У меня, если честно, вот прям срабатывание 50 на 50. На камеру сейчас хорошо срабатывает, в жизни берешь руки, вот он, опять же, заблокированный, берешь руки, прижимаешь, видите, хорошо. То есть, как всегда, техника у нас на видео ведет себя с лучшей стороны. Итак, в общем, 1 балл уходит в сторону iPhone 11 за удобство использования в битве между Next 3 и, соответственно, iPhone 11. Итак, у нас все приложения выгружены. Здесь вы видите череду, целый ряд приложений, которые я использую каждый день. Это, собственно, соцсети, ютубчик, постоянно смотрю фотки, которые сделал в течение дня, или, может быть, видосы. Ну и, собственно, настройки, если мне надо зайти посмотреть. Это, в общем-то, те 5 приложений, помимо телефона, смс и камеры, которым, в принципе, я думаю, каждый из нас пользуется прямо на постоянной основе. Все приложения с обоих телефонов выгружены, то есть в памяти нет ничего, и мы сейчас посмотрим, просто в тупую сравнивая, а вы уж там напишите в комментариях, как вам кажется, какое приложение, точнее, какой телефон. Я буду свое мнение высказывать, а вы напишите, может быть, я ошибся. Итак, начинаем мы с настроек. Раз, два, три. Ну что, мне так кажется, что Next 3 был чуточку быстрее. При этом у меня настроено все как на айфоне. Спасибо, кстати, человеку, который написал в комментариях, как это делается. Делается все в настройках меню. Вообще, телефон очень пластичен в плане настроек. Его можно настроить прямо вообще все. Вы можете, допустим, зайти сейчас, я, как всегда, настройки. И, допустим, Wi-Fi. Настройки Wi-Fi. Дополнительные настройки. То есть тут, понимаете, тут вообще просто космос, да, по сравнению с айфоном. В настройках айфона у нас просто вот как-то так. Запрос подключения, автодоступ к точке и все. То есть здесь компания Apple ограничивает своих пользователей в том понимании, что, ну вот, не надо вам суваться. Android, конечно же, более открытая система, и вы можете прям все сделать, настроить. И это касается не только настроек Wi-Fi, это насквозь по всей системе. То есть можно настроить вообще все. Как будут выглядеть иконки, откуда будут вылетать уведомления, откуда будет вылетать шторка уведомления,
сколько будет экранов. В общем, очень тонкая настройка. Итак, следующее приложение — это у нас Instagram. Давайте, раз, два, три. Буквально на долю секунды, я думаю, что вы поняли, что на долю секунды у нас открылся Next 3, Instagram на Next 3 быстрее, чем на iPhone 11. Опять убираем все приложения, выгружаем из памяти, и следующее у нас YouTube-чик. Раз, два, три. Подключено к одной Wi-Fi сети, и опять же у нас Next 3 открылся буквально на долю секунды быстрее. Следующее — это календарь. А тут вы скажете, что Паш, ты не выгрузил приложение из памяти. Да, абсолютно правильно. Давайте еще раз. Календарь. Раз, два. Ну, можно сказать, что на айфоне быстрее, поэтому чуть-чуть, опять же, не прям так разница, но чуть-чуть побыстрее. Опять выгружаем. И фототека у нас, фотоальбом. Раз, два. На айфоне чуть-чуть побыстрее. В общем и целом, у нас осталась еще камера. Сам телефон я не буду открывать, чтобы не палить просто номера. Ну, Next 3 у нас на одно приложение открыл быстрее, чем, допустим, iPhone 11. И в повседневном использовании, опять же, на протяжении 3 недель, я заметил, что по быстродействию, ну, действительно, в плане быстродействия и взаимодействия с приложениями Next 3 работает быстрее. Во-первых, я еще отрисовку поставил там 0.5, то есть зрительно это все дело выглядит очень молниеносным и быстрым. Никаких проблем именно со скоростью работы у телефона нет, видите, то есть здесь оно немножко такое как бы плавненько, такое тягучее, желейное, а здесь вот прям четкие такие рывки, там хоп, чик, фук, я быстро захотел, все, мне надо переместиться на этот рабочий стол и прям пальцем хоп-хоп. Опять же, то есть, ну, кому как нравится. Здесь, безусловно, я отдаю плюс и 1 балл я отдаю в пользу Next 3. То есть у нас, в принципе, ничья. По тем базовым сравнительным функционалам, по тому базовому сравнительному функционалу, который мы используем в каждый день. Это удобство использования и скорость работы. Остается спросить, а в чем же, в принципе, разница? Разницы нет никакой. Вы скажете, стоп, Паш, а что скажешь про камеры? Так вот, камера, я не открою ни для кого секрет, камера здесь, по сути, свои одинаковые. Кому-то нравится, как фотографирует камера на iPhone 11, кому-то понравится, как фотографирует камера на Next 3. По видеосъемке, безусловно, айфоны рвут задницы всем производителям, в том числе и Oppo ни в коем случае не отличается, и поэтому видеосъемка выигрывает на айфоне. Примеры вы либо увидите, либо уже увидели на экране. Собственно, по фотографиям давайте посмотрим и сравним фотографии прямо, которые я сделал буквально несколько минут назад. Вот у нас фронтальная камера, которая прям ушлепочная на айфоне, потому что она стала, как нам показывают, она стала лучше, точнее нам рассказывают, но до сих пор она полная Г, но стало лучше. Вы видите, что теплые оттенки у нас преобладают на iPhone 11, и я думаю, что компания Apple не дурачки далеко, и я более чем уверен, что есть фокус-группы, которые говорят, что вот пользователям нравятся теплые оттенки больше, нашим пользователям, я имею в виду нашим, подразумевая пользователей компании Apple. А тут более естественные цвета, и, естественно, если прям сравнивать картинку по деталям, ну, можно заметить, что она на Next 3 будет четче. Но каким кадр в общей композиции получился, мне нравится больше на iPhone. Ну, опять же, тут на вкус и цвет абсолютно фломастеры разные. И если говорить про определенное количество снимков, которые сделаны так, это мы здесь вот таким вот образом, так, куда мы, на другую сторону, да, вот. Если говорить и сравнивать это прям, вот давайте вот, я не люблю говорить об этом, ну и скажу, как я думаю. Надо перестать сравнивать камеры под увеличением. Я когда каждый раз смотрю обзор на телефон, именно есть профильные каналы, которые я уважаю, допустим, там взять, господи, как его зовут, совсем забыл, вылетело из головы, ну не суть, значит, не надо упоминать. Вот кадр сделан на один телефон в одной точке, там, с рук,
с одним полем кадра, то есть один определенный объект в кадре, и мы начинаем, ага, смотреть, как отобразилось небо здесь, как отобразилось небо здесь. Друзья, камон, серьезно, вы в каждый день что-то фотографируете, вы достали телефон, что-то сфоткали на память, да, или вам надо сделать снимок на память, либо вам надо сделать снимок для того, чтобы вы посмотрели, потом не забыли, или определить какой-то, ну, запечатлеть какой-то мгновение, момент, и, опять же, ну, на память, да, и я, ну, вот, не знаю таких людей, которые прям вот берут и вот прям начинают от этого всего дела вот так вот в каждодневном, каждый день вот это делать. Друзья, если смотреть на фотографию в целом, здесь она теплее, здесь баланс белого лучше, здесь снег превратился в что-то желтое, хотя мы видим, что он здесь белый. Опять же, если смотреть вообще на статус иголочек, то они плюс-минус одинаковые. В каких-то моментах iPhone 11, ну, на самом деле, даже в фотографиях надирает жопу многим производителям, и Nex 3 не исключение. А в какие-то моменты Nex 3 прям вытягивает, и фотографии, сделанные на этот смартфон, прямо получаются очень-очень, как бы, ну, клевые. Здесь вот если сравнивать, да, вот на iPhone 11 мне кадр нравится лучше, а решетка, то есть радиатора, здесь, по моему мнению, более живая и реалистичная, потому что я ее видел, и саму машину, и сам синий цвет на машине я видел, и на iPhone мне нравится больше, но я прям вижу, если сравнивать лоб-лоб, то эта картинка желтит, эта картинка более естественная по тонам, но опять же в жизни я вижу вот так вот. Никто, еще раз повторюсь, мое пользовательское мнение, никто не делает фотографии и не приближает их каждый день. Да, есть моменты, когда вам надо что-то сделать и потом приблизить фотографию. Тогда смотрим профильные каналы, профильные ресурсы, профильное сравнение, именно сравнение камер лоб в лоб, когда вы смотрите, что вы получите перед покупкой или уже после покупок. Ну а как правило, знаете, у нас люди покупают телефон условно там за 60 тысяч рублей или там за 30 тысяч рублей, а потом такие сидят и смотрят на них обзоры. Думают, типа, ну зачем? Типа самоутвердиться? Или вы типа пойдете их сдадите и купите там то, что человек посоветовал или что вам показалось лучше? Да нет, друзья, надо смотреть перед покупкой. Поэтому для тех, кто определяется купить, условно говоря, iPhone 11 за камерой или купить Nex 3 за камерой, фоткают они плюс-минус одинаково. Все знают, что iPhone, они желтят, они такие прям теплые становятся фотографии. Все знают, что iPhone 11 выигрывает по качеству видеозаписи. Но вы не обломаетесь, и у вас фотографии будут ничем не хуже, а может быть в каких-то моментах лучше, если вы будете фотографировать на свежеприобретенный Nex 3. То есть вывод такой. Фотографии для устройств, даже вот сейчас настало то время, и оно настало уже на протяжении нескольких, может быть, пару лет, когда, покупая телефон, даже среднебюджетный, если взять топ за свои деньги Xiaomi, да, упомянем данную марку, то за условный там 13,5 тысяч рублей, покупая Redmi 8 Note Pro Tratata 5 Edition, при этом установив какую-нибудь G-Cam камеру, да, вы получите фотографии, может быть, даже в разы лучше, чем на Nex 3, купленный за 60 тысяч. И что тогда? Вот что тогда? То есть, если вы будете прям там прям смотреть. А так плюс-минус одинаково все, друзья. Я сравнивал фотографии, точнее, я фотографировал специально для этого видеоролика в темное время суток, для того, чтобы вы понимали, какой примерный результат вы получите. Руки у меня кривые, то есть я мог ошибиться в плане, что даже с одной точки сфотографировать по-разному. Не судите строго и пишите свое мнение в комментариях. Под цифрами 1 будет определенный аппарат, под цифрами 2 будет определенный аппарат. Не подсматривайте в описании под этим видео, будет написано, какой аппарат под той или иной цифрой. И пишите, ну, то есть, по сути, я вот угадаю, да, то есть, даже, в принципе, не подглядывая, если мне показали бы снимки, я бы угадал, и в своем повествовании, которое я вам сейчас рассказывал, я, в принципе, вам сказал, по каким параметрам можно отличить камеру айфона от камеры, допустим, другого производителя, если сейчас мы говорим про Nex 3. Вот такое вот у нас получилось сравнение, то есть лоб в лоб мы сравниваем Nex 3, большой, красивый, неудобный аппарат, iPhone 11, народный любимчик, недаром он продается прям тоннами, тысячами, сотнями, тысячами, миллионами штук, один из самых продаваемых смартфонов за последние десятилетия. Свои выводы про Nex 3 и итоги этого ролика смотрите далее. Тест записи видео на смартфон Nex 3. Без стабилизатора, естественно. Потому что на стабилизатор снимает iPhone.
давайте сфокусируемся на уточке. Тест записи видео на iPhone 11 со стабилизатором. Можно, в принципе, вот так вот. Я бегу. К сожалению, на Next 3 стабилизатор не выдержит этот до 200 грамм. Ну, 250 максимум, 270. Чтоб вы понимали, да? Качество съемки. Очень плохое освещение. Ночь. Мне бы сейчас еще его не уронить. Одной рукой вообще невозможно пользоваться. Снято на iPhone ночь. Есть освещение, но оно такое. Тест записи видео на смартфон Next 3. Без стабилизатора, естественно. Потому что на стабилизатор снимает iPhone. Давайте сфокусируемся на уточке. Как по мне, ну, офигенно. То же самое, только бегу. Естественно, без стабилизации. Телефон очень крутой. Крутой, как не в себя. И он именно такой. Не в тебя. То есть, не для каждого. Мне написал комментарий под видео с распаковкой человек, который очень шарит за этот смартфон. За его плавность и гибкость. И при этом у него, по его словам, есть и iPhone и так далее. Но Next 3 покорил его своей аутентичностью и вот этим вот всем. Я очень хотел полюбить этот смартфон, чтобы оценить его еще адекватней и, так сказать, беспристрастно, но у меня не получилось, прям вот совсем не получилось. Для кого он? Для всех тех, кто хочет топчик и необычно, кто хочет такой экран и хочет не как у всех. Хочет гибкую систему, про которую я, кстати, не рассказал. Рассказ про систему. Как называется? Fun Touch. И это уже в себе гласит, что по фану. Это iOS на максималках со всеми вытекающими можно настроить также от жестов до внешнего вида. Настраивается все. На примере настроек, например, режим модема. Смотрите, как много и клево можно настроить. И такое сквозь по системе во всем. Покупать или нет? Да, конечно же, покупайте пушечный смартфон. Что касается меня, он не для меня. Я старый адепт iOS, и я не хочу столько настроек и такой мощности. И даже экрана такого не хочу. Подписка, лайк, колокольчик и, естественно, донат, если досмотрел. Скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока.